вами Алексей Ницца, и сегодня я расскажу о простом сервисе от Google, который позволяет сокращать ссылки и отслеживать статистику просмотров ваших материалов даже в том случае, если у вас не установлен Google Analytics. Часто ссылки на статьи вашего сайта выглядят именно так. Они действительно большие и часто могут возникнуть неудобства при их размещении в социальных сетях, например, в Twitter, где есть ограничение в 140 символов. Также сокращать ссылки иногда просто необходимо, когда нет возможности перейти по ссылке напрямую, например, на распечатанные афиши. Для того, чтобы использовать этот сервис, необходимо иметь аккаунт в Google, и он действительно очень прост. Вы просто вводите в поле нужную ссылку и нажимаете «Сократить», и получаете новую маленькую ссылку. При ее нажатии вы в любом случае попадаете на первоначальный источник. Преимущество этого сервиса – возможность посмотреть статистику перехода по вашим ссылкам. Нажав «Details», можно увидеть общее количество кликов, распределение статистики по времени, автоматически созданный QR-код, а также данные о том, откуда люди зашли по вашим ссылкам, где они живут и какие браузеры и операционные системы используют. Таким образом, сервис сокращения ссылок от Google помогает не только уменьшить число символов в ссылке, но и создает QR-код и показывает статистику, даже если вы не подключены к Google Analytics.